Стенд Калмыкии на выставке «Форум Россия» пользуется популярностью. Гости нашего стенда могут принять участие в мастер-классах по решению калмыцкой головоломки на Реншинджи, созданию брошей из фетра и фуармина, кикбоксингу и национальной стрельбе из лука. Желающих обучат игре вальчики. Каждый гость стенда также может примерить национальный костюм. Зрителей ждет выставка декоративно-прикладного творчества и концертные номера. Зашел на выставку, хотел посмотреть, как у нас регионы России живут, и встретил сразу же родную Калмыкию. Как дома оказался, посмотрел на то, чем представлена выставка. На самом деле, хорошее ощущение, молодцы. Тот, кто внутри этого павильона рассказывает, показывает, все это с душой происходит, как обычно по-калмыцки. То, что я прожил меньше 2 лет в республике, ну, на самом деле, все равно до сих пор вспоминаю и связь не теряю. Рад, что судьбой мне было уготовано провести определенное время на территории республики. Жаль, что оно было не столь долгим. Всегда с душевными чувствами я и моя семья вспоминаем республику.